Всем здравствуйте! Для вас сегодня приготовим небольшой обзор лабораторного блока питания под названием Yihua 3005D. Как видите, с названия он явно не немецкий, не французский, а сделан где-то в Восточной Азии. На практике нам часто нужно использование разных номиналов напряжения с разным током, поэтому такой блок питания будет абсолютно незаменим при ремонте камер, коммутаторов, антенн или их настройке, или тестировки. Рассмотрим комплектацию нашего блока питания. Инструкция на китайском, английском языке. Думаю, разберемся без нее. Шнур питания для 220 вольт. Сам блок питания. И щупы такие интересные с крокодилами. То есть комплектация у нас здесь совершенно минимальная, много ей не надо. Выглядит наше устройство все вот таким образом. Щупы мы подключать не будем. Сразу запустили 220 вольт на наш блок питания и подали напряжение. Как видим, монитор жидкокристаллический, довольно-таки светлый, несмотря на засветку с освещения нашего. Пройдемся по всем нашим кнопкам. Кнопка включения, естественно. Подключение наших щупов, которые есть в комплекте. Плюс-минус земля. И монитор, который показывает текущий ток, текущее напряжение. Что мы здесь видим? Во-первых, здесь есть три кнопки памяти. На первой стоит 5 вольт 1 ампер, на второй 12 вольт 1 ампер, на третьей 24 вольта 2 ампера. Эти кнопки мы можем всегда менять, то есть выбирать для себя удобное напряжение, ставить на память, и оно здесь будет запоминаться. Делается это, сейчас, к примеру, поменяем напряжение. 23,70 сделаем. Нажмем на пару секунд кнопочку 3. И вот увидите, что у нас уже это напряжение запомнилось под третьим слотом. Вернем на место. 24 вольта. Вот память снова установилась. Следующий момент. Есть постоянные кнопки 4, 2 вольта, 2 ампера. Для зарядки, скорее всего, мобильных телефонов. И 19 вольт 5 ампер. Это для ноутбуков, для мониторов. Такое часто используемое напряжение. Дальше. Здесь можно выставить свой любой максимальный ток, максимальное напряжение. Ток выставляется, соответственно, кнопочкой Current. Меняем плюсом-минусом. Напряжение выставляется кнопочкой Voltage. Также ничего сложного нету. Максимальный ток 5 ампер, максимальное напряжение 30 вольт, которое в принципе хватит для вашего любого слаботочного устройства. Кроме того, напряжение, выставленное вами, после установки необходимых номиналов не будет подаваться на щупы, пока вы не включите кнопочку Output. Это тоже очень удобно, потому что вы всегда можете предотвратить нежелательное КЗ в вашем устройстве или в ваших щупах. И спасти тем самым свою жизнь, свое устройство или данный блок питания. Кроме того, здесь есть кнопочка Lock, которая блокирует все кнопки, кроме OCP, RF и Sound. То есть, вот видите, сейчас у нас ничего работать не будет. Дальше, кнопочка Sound, как видите, просто включается-выключается звук. И сейчас это будете с ним работать, чтобы не надоедало окружающим. И кнопка OCP защищает ваш блок питания, если устройство начинает брать ток больше того, который вы поставили при вашей настройке Current. То есть также очень необходимая штука, чтобы вы не загрузили блок питания и не спалили его. И последняя кнопка, честно говоря, не знаю, для чего она нужна, RF. Это детектор высокочастотных сигналов. Проверяем с радиостанции. Ну, честно говоря,
Ничего такого не наблюдаю. Смартфон также не срабатывает. Попробуем обычный телефон а-ля Nokia. Вот видите, появляется одно деление. То есть некоторые устройства наш прибор высокочастотный может считать. Не знаю, для чего эта функция нужна. Вряд ли мы будем ее использовать, но тем не менее она есть. На этом все. Здесь все легко и просто. Что касается самого устройства. Корпус металлический. Охлаждение есть как на крышках боковых, так и на внизу. Сам по себе он такой не тяжелый, максимум 2 килограмма. Здесь есть подключение 220 вольт. Есть такой разъем, который, скорее всего, в этой модели не используется. Высоковольтный. И здесь есть ручка для переноса. Хотя спокойно, как блок переносится он и так. На этом все. Удачной работы в ремонте, в настройке вашего оборудования. Спасибо за внимание.